Дрон, запиши прямо сейчас ТикТок, все равно хуйней страдаешь. В смысле, ты охуел, у меня рекламная интеграция. Так, давайте попробуем реально ТикТок какой-то найти прикольный и заснять. А может какие-нибудь анекдоты поснимать? Сидит как-то лошадь на столе. А потом из нее бешбармак сделали. Да нет, это кринж ебаный. Может типа вот раздвоение личности да, якобы у меня есть. Слушай, а ты что сегодня делаешь дома? Я ничего, играю в танки, а ты? Я тоже ничего, как дела? Ебать, это вообще топ, пиздец. Это реально охуенно.